Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и мы начинаем проходить игру Counter-Spy. Вот так вот. Онлайн-аккаунт. Ну что же, поехали, посмотрим. Давно я хотел поиграть в эту игру, но как-то все-таки, не знаю, не дошли у меня руки купить ее. Вот, и теперь ее дали бесплатно. PlayStation Plus, давайте посмотрим на нее, что ли. Я так понимаю, здесь речь идет вообще в сюжете о войне американцев с русскими или с СССР, как хотите. Вот. Агент, пожалуйста, подтвердите, что вы добрались до Атомиград 13. Подтверждено. Угу. Так. Ладно, это все долго можно читать. Поехали дальше, посмотрим. Где-то, короче, на Луне. Или где мы, я не знаю. Не, не на Луне. Атомиград. Так. Оружие. Можно ствол достать сразу, да? Ходим, как обычно. X прыгать. Министерство. По-русски написано все, ничего себе. Министерство ракет. А нас будут тут учить, как вообще, что делать? А, ну да. Ух ты, круто. Держитесь в стороне. Так. Ну, прикольный такой стиль игры, на самом деле. Стрелять без предупреждения, нет шпионов. Так. А, чтобы прятаться за объектами, нужно нажать кружок. Right stick. Ну, правым стиком можно целиться, да? Угу. Нажать L1. А потом правым верхним выстрелить. Нихера себе. Убить его! Убить его! Да подожди, не психуй. Так. R1 перезаряжать. Все, как отсюда встать кружком, да? Угу. Хм, прикольно, мне, кстати, нравится такая довольно-таки интересная launch plan found. Угу. Типа планы запуска какие-то найдены. А теперь что? А теперь нужно наверх, видимо, лезть вот сюда. Опа. На самом деле круто. А типа патроны нужны или что? Ладно, нам тут ничего не надо, я так понял. Так, нужно подойти сзади. Блять, походу надо. Надо потихонечку идти. Красавица, видите? О, подкрались, а теперь душим его. Точнее, ломаем ему шею.
Отлично. Что у нас здесь? Launch plan. А, то есть надо еще найти. Для народа труд. Круто. Военный персонал только. Опа. На базе небезопасно. Какого ты хера? Его надо типа замочить, пока он не вызвал походу охрану. Сержант? Иди сюда. Подонок. О, гляньте, он еще. Сейчас походу пацаны выйдут или нет? Не, пацаны оттуда не выйдут. Кружком еще перемещаться можно. Опа. Нашел чего-то я. Это хорошо. Тут никуда. Мне, кстати, нравится эта игра, ребята. Такая довольно-таки не кислая. Сейф. Бам. Weapon. О, нашел какие-то чертежи для пистолета с глушителем. Теперь, видимо, я могу его создать, да? Так, как мне теперь сделать с глушителем? А, нужно камеру, наверное, развалить, я так думаю. Все, можно идти. Можно еще здесь прятаться. Круто. Давайте посмотрим. Опасно. Еще два надо найти плана. Офигительная игра просто. Просто потрясная. Устранить его. Стояночка, братик. А что ты сел? Можно его как-то убить? Нет, ничего с ним нельзя сделать? Да ладно. Че, ёб твою мать. Так, еще нужно один план, да, можно вниз поехать. Почему его ударить нельзя? Что у нас здесь? Блять, там дело в том, что ребят много, я смотрю. А, только получается стрелять можно только из-за укрытия, да? Хорошо. Все? Размочалил пацанов. Так. Блять, камера. Угу. Последний план находим. Все. Только я хочу везде побывать. Видите, справа есть типа как карта. Такие квадратики, где мы можем видеть, сколько еще осталось комнат до конца уровня. Тут, надеюсь, никого нет. Только для военных. Сейф тоже, да, сейчас какую-то формулу найдем. Бам. Так, формула. О! Как это расширяет наши возможности шпиона. Есть. В магазине. А как у нас есть какой-то магазин? Стор. Стор. Нет, да, бабки наши показывают, какие-то пленки. Блин, офигительная просто игра. Ребята, честно. Надеюсь, я смогу запрыгнуть наверх. Обратно, там, может, на лифте я куда-то в другое место приеду. Хотя мне кажется, что я приехал именно бы сюда. Так, так, так. Пожалуйста, братик, запрыгни. Ой, хорошо. Сейчас попробуем на лифте поехать. Игра просто сумасшедшая. Блять, нет. Можно обратно поехать? Я не понимаю, куда мне надо вообще идти. Подождите, давайте все-таки подъедем обратно. Выйдем сюда, сходим в последнюю комнату. Если мы сможем туда сходить. Сможем. А потом вниз поедем. Блять. Тихонечко. Здесь спрятаться нельзя, а можно. О. Подожди, братик, только не вздумай сюда идти. Блять, ляньте. Сейчас мы их бандой завалим, смотрите. Что там станет? Бабах!
Трах-бабах. И тебя подорвем. Так, наверху, получается, козлик, да, остался? Нужно наверху козлика убрать. Так. Тут бы еще камеру развалить. Хорошо, просто отлично. Ну, вроде всех раздамажили. А еще можно вниз залезть, да? Блин, я дело в том, что запутался уже. Эй, я хоть не хотел, блядь, подожди. Я еще хотел эту штуку переиграть. А можно, интересно, переиграть эту всю движуху? Я ж не все нашел. А, что, прям все нашел планы? Да ладно. Ну. Так, поехали дальше. Следующая миссия. Нужно опять украсть планы, да, эти? Так, это наша первая миссия, которую мы прошли или нет? Здесь типа за этих играть, за тех. Что это? Раз, два, три. Блин, не особо понимаю, что тут. Collectibles 2000, бонус Intel. Давайте тут поиграем, что нужно сделать ему. А, это те формулы, да, что я, походу, понаходил теперь. Теперь я могу сделать песик с глушителем. У меня есть 1500. Класс. Давайте его соберем. Это вообще бесшумный ствол, это моя слабость. Отлично, у нас есть 500. Гляньте, там можно потом насобирать. Движухи довольно-таки добротные. Так, а формула что делает? О, смотрите, эта штука уменьшает на 40% урон от взрывчатки и пистолетного огня, ну, короче, от пуль. Давайте ее прокачаем, как раз 500. Хорошо. А я не купил, типа, или что? Не-не-не, а что с ней делать, рефанд? Ну, я все сделал. Бэк. Так, ну тогда что? Стат мишен. Это интересно, эту же миссию будем проходить или нет? Да вроде нет. Это уже какая-то другая миссия, судя по всему. Ладно. Да, другая, день один. Окей, то я, короче, прилетел на вертолете. Так, видите, этого с глушителем пистолета нужно 3 раза выстрелить. Давайте перезарядимся. Так. Идем. Попадаем во вторую комнату. Fallout. Ой-ой-ой, в Башкирию. Там, в принципе, никого нет. Как я, да, сейчас его вырубил налегке абсолютно. Бабки нашел, хорошо. Так. Там он наверху, петушок, я смотрю. Золотой гребешок. Они сейчас... Они труп увидели, видите? Бабах. Извините, ребята. Так, давайте вниз спустимся, посмотрим, все ли я там нашел, потому что. Пам, убираем, что у нас здесь есть. Может, какая-то первая помощь. Да, нашел аптечку. Здесь патроны, судя по названию.
Ну все. Ох ты, как быстро лезешь. Теперь сюда. Угу. Здесь бабки сейчас вскроем. Бабах. Опа, нашел какие-то файлы. Хорошо, нам дали за это деньги. Все само по себе хорошо. Блять, там пацаны, я смотрю, ищут. Блять. Они не простреливают, да? Блять, что делать теперь? Так, там убрали все. Как бы этих ребят убить? Они могут место простреливать сюда? Блять, я же их не могу отсюда уничтожить. Они типа на другой плоскости. Блять. Тихонечко. Так. Не успел ты, братик, разорваться. Извини. Так, тут бы вниз спуститься. Угу. Убираем камеру. Грабим шкафчики. Давай, 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 давай. Так, здесь ничего, да, вверх. Офигительная игра, просто потрясная, честно. Так, нашел один план из трех. Мне бы аптечку сейчас. Там еще пацаны есть, вроде никого нету. Как быстро я его ляпнул. Еще один план, что ли? Да, сейчас будет последний. Пацаны внизу, походу. Ха. Что это было? Я не знаю. Бля, тут там в текстурах застрял. Блять. Так, убрали всех вроде. А что надо сделать? Go to the launch computer. Это типа туда, что ли? А что надо делать? Подожди, я еще успею. Надо бабки дать. Ну все. Тут еще не все файлы я взял. Какого члена? Сейчас Mission Complete будет или нет? Я не хочу Mission Complete. Блять. Я хотел дальше порыться еще. Я ведь не все нашел. Я, конечно, обязательно переиграю, но... Просто хотел с первого раза пройти. Только два нашел. Так я хочу переиграть. Launch plans. Давайте здесь. Что могу? А, рефилаем еще за бабки. Ну, хорошо. Почему, я не пойму. Я взял формулу дальше, как мне поступить. Это типа на один раз, может, она работает. Поехали, ладно. Такая музыка.
Так, нам показывают по очкам, кто с нами близок и кого надо вздрючить, ближайшего человека из онлайна. Но это не особо мне интересно, честно говоря. Просто день-два. Та-тан, 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 та-тан. Что это было? Что это было? Это ничего не было. Опасная зона. Теперь мы на базе русских, видите? Нет входа. Башкирию прострелил ему. Так, баблоидов собрал немножко. Блять, сейчас он отвернется, придется их мочмолить. Тихо, тихо, тихо. Сука. Он сейчас сюда пойдет, дело в том, что. Вот это круто. Он не увидел хоть труп? Нет? Тогда вообще порядок. Тихонько. Сейчас пацаны все разойдутся, мы их поснимаем с вами. Аккуратненько. Серега убит! Серега убит, ёб твою мать! Ха, перевод вообще за зло. Серега убит, бля, ёб твою мать! Что-то я не смотрю, вдвоём. Сейчас тот пойдет, блядь, вызывать подмогу, придется его кекнуть. Серега убит! Тут прячется кто-то! У вас все Сереги или это вы все про первого говорите? Подмогу вызывай, ебаный в рот. Ля-ля-ля-ля. Пасется. Давайте перезарядимся и убьем этого чинарика. Какая проблема? Никаких проблем не должно быть. Сейчас ты просто умрешь. Так. Серега убит, еб твою мать. Тут можно вниз спуститься. А, аптечка мне не нужна. Опа, нашел нычку. Дело в том, что... И здесь еще одну. Бабок нормально подсобирал. Хорошо, давайте дальше. Серега убит, ёб твою мать. Да что ты, как попрыгунчик. Идем дальше. Убираем этих ребят сразу. Чтоб они не мешались. Что у нас в ящике? Опасность летающих охранников. Ха. Опа. Там кто-то что-то подметил или мне показалось? Как он ходит, интересно? Мне бы сейчас треснуть по-хорошему. Какое происшествие? Никаких происшествий. Блять, сейчас сюда придет, нет? Никаких происшествий, братик. Все нормально. Жизни полная. О, чертежи на оружие, это хорошо. О, теперь у нас какой-то ствол новый. Судя по всему. Блять, то что за штука ездит, интересно. Камера. А, это айфу. Я перепугался. Зачем я это сделал? Блять, какого члена? Я что-то, видимо, не так сделал. Нельзя покидать, что ли, эти? Я не пойму. Пацаны, все нормально. Все хорошо. Нарушитель!
подонок. Так, ну вниз они, точнее, не могут залезть, да? Так, а ну-ка, тихо, тихо, ты сюда хоть не подойдешь. Тихо, тихо. А что ты начинаешь ругаться, я не пойму. И патронов дело в том, что мало. Блядь, друг друга стреляют. А могу сейчас его убить, если он подойдет? Хорошо. Так, а теперь что делаем? Нужно до компьютера быстро добраться, да? Давай, давай, лезь, братик. Тут никого нет у нас. Там ничего нет, да? Компьютер там, но мне, блядь, туда не особо надо. Патрон один остался, блядь. Зачем я сюда шел, если тут ничего не надо делать? Быстрее, быстрее, компьютер надо отключать. Да, блядь. Компьютер там. Блядь, походу надо будет переигрывать, я так понял. Ну стой. Да. А ракеты запущены. Ну будем хотя бы знать, в чем здесь соль. Потому что, блин. Game over. Конечно, continue. Сначала интересно проходить или откуда? Наверное, сначала. Черт побери. Профайл. Так, у меня пистолет есть, да? Надо вот что-то еще насобирать. Не, ну пестик вообще решает на самом деле. Формулы тоже вот одна. Endurance. Угу. Endurance. Это можно что-то прослушать, да? А, это посмотреть можно. Павлов X. Хм, класс. Нужно, короче, ребята, собирать всю эту движуху. Так или иначе. Ну что ж, давайте пока на этом закончим нашу первую часть и увидимся в следующий раз. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Всем пока.